Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Считаю. Раз, два, три. Ну вот она, моя первая рыбалка. Ловись, рыбка, большая и маленькая. О, видим, как раз-таки у нас уже поймалась рыбка. И на самом деле я считаю то, что она очень и очень даже большая. Полезай тогда сюда, потому что сейчас я еще половлю немножечко рыбок и, конечно же, начну их продавать. Ну что же, ребятоньки, приветствую всех, с вами Илюша. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Funny Fishing Idol, где у нас имеется вот такая речка, и тут мы должны ловить всякую различную рыбу. Давайте тогда сейчас мы нашего чувачка прокачаем до 2 уровня силы, и в итоге теперь он намного быстрее вытаскивает нашу рыбку. Также я предлагаю, конечно же, продать эту рыбу, которая у нас была здесь вот в этой лодке. Плюс 700 монеточек и в сумме 1675. Очень даже неплохо, поэтому давайте, ребятоньки, разблокируем еще один загон. Тут мы видим то, что у нас имеются другие рыбки. Они выглядят вот таким образом, более такие яркие, что ли. Ну ладно, сейчас мы тогда прокачаем еще вот этого чувачка. Ну и давайте два раза прокачаем их по одному уровню. Вот это, друзья, совсем другое дело. А если мы еще будем нажимать на этот конвейер, то он в два раза быстрее будет кататься. И это на самом деле очень и очень даже прикольная фишка. И мы вроде только недавно начали ловить вот тут этих рыбок, и вы просто посмотрите, сколько зато мы денежек вместе с вами подняли. Уже 3700 монеточек, офигеть. Давайте тогда, конечно же, все это дело продавать, и о-оу, мы только что, ребятоньки, одну рыбочку отпустили на волю. Ну ладно, пусть плавает. Мы лучше вместе с вами покачаем, естественно, вот этого чувачка, потому что нам почему-то игрушечка очень даже активно просит это сделать. Ну и покупаем третий загон, где у нас уже, смотрите, ребятоньки, какие рыбки имеются. Они даже похожи на каких-то тунцов, хотя тунцы у нас существуют только в морях и океанах. Ну ладно, зато, мне кажется, мы за них будем получать очень и очень даже много денежек, поэтому давайте вкачаем опять-таки нашего дружбана до 4 уровня и вот этого чувачка тоже до 4, и теперь видим то, что у нас все ребята одинакового левела. Следующее, к чему нам, друзья, нужно стремиться, это, конечно же, открыть загон за 10 тысяч баксов. Но видим то, что у нас все очень и очень даже хорошо по рыбкам. Мы сейчас уже заработали 17,5, уже 18 тысяч баксов. Давайте тогда, конечно же, все это дело продавать. И главное, чтобы у нас рыбка упала прямо сюда. Да, друзья, все-таки это получилось, и мы не отпустили просто так рыбеху. Давайте тогда сейчас откроем еще один новенький загон. И тут у нас какие-то пираньи, что ли? Какие-то реально очень страшные рыбы с большими зубами. И мне кажется то, что, скорее всего, это действительно пираньи. Теперь нам остается копить, друзья, наши денежки. А именно 50 тысяч монеточек, чтобы разблокировать еще один загон. Я думаю, у нас имеется абсолютно крутая возможность взять и прокачать наших чувачков до хорошего уровня. Допустим, самого нового рыбака я прокачаю сразу до 5 левела. Вот у него уже имеется даже одна звездочка. Кстати, а почему бы нам всех вот этих друзей не прокачать до одной звездочки? Вот это уже совсем другое дело. Нам даже игрушечка дарит 14 тысяч очков. И это, ну, просто великолепно. Также я вижу то, что у нас уже судно наше переполнено рыбой. Давайте тогда, конечно же, ее продавать, потому что у нас рыба просто начинает тупо падать в воду. И вот те две рыбки успели, конечно же, урваться на свободу. Но зато у нас имеется, друзья, уже 66 тысяч. Мне нравится, насколько быстро мы вместе с вами получаем наши деньжатки. И вот, опять-таки, новенький загон. У него даже вот такой прикольный заборчик, друзья. Более красивый по сравнению с вот этими ребятами. И кого же ты, интересно, ловишь? А он, друзья, ловит каких-то очень маленьких и странных рыб. Мне кажется то, что это, скорее всего, какие-нибудь сардины, но это не важно. Главное то, что они стоили очень и очень даже дорого. И, кстати, давайте сразу же прокачаем нашего чувачка до 5 уровня, чтобы у него была одна звездочка. Вы это видите? Нам осталось буквально открыть 3 зоны, и мы уже вместе с вами пройдем данную локацию. Следующая у нас локация выглядит таким образом, но мы пока что не можем это увидеть, пока не разблокируем. Ну ладно, окей, будем продолжать копить наши денежки. У нас уже имеется 99 тысяч, и по сути 1 тысяча, и мы сможем разблокировать новую станцию. Но давайте, друзья, мы немножечко пойдем по другому пути. Я хочу сделать вторую звездочку нашим чувачкам, и видим то, что у них даже скины поменялись. Серьезно? Вот это да! На самом деле очень и очень даже прикольно выглядит. Сейчас тогда еще вот этого паренька прокачаем. И теперь у нас все рыбаки зеленого цвета. Надеюсь, это поможет нам намного быстрее лутать нашу рыбку. Но видим то, что да, она просто у нас пачками здесь попадает в судно.
Также нам только что дали бонус 50 тысяч очков, ну и видим то, что у нас уже имеется 200 тысяч наших баксов. Конечно же, приступаем открывать новенькую локацию, и тут у нас, смотрите, друзья, какие-то очень и очень большие рыбы, и это кажется сом, потому что смотрите, какие у него усики. А усики бывают, конечно же, только у сомов. Давайте тогда сейчас сразу же этого паренька прокачаем до десяточки, очень и очень даже круто. И смотрите, мы вроде только продали судно, а у нас уже имеется соточка, поэтому мы снова ее продаем и теряем кучу рыбочек. Офигеть, только одна у нас успела попасть вот в это судно. Вау, я заметил то, что тут у нас еще имеется колесо фортуны. Давайте мы вместе с вами его крутанем и посмотрим, что же интересненького и полезненького нам может выпасть. А нам выпало 60S, и что это такое, я, честно говоря, друзья, не понял. Но я вижу то, что нам зато очень и очень даже хорошо получается копить денежки, и в итоге у нас уже имеется возможность открыть еще одну новенькую штучку. И воу, ничего себе, тут у нас паренек ловит, друзья, не рыбок, а вот таких морских коньков. Вот это да, я, честно говоря, даже не ожидал, что у нас вот такие морские коньки будут тоже попадаться на наш прилавок. Конечно же, прокачиваем этого паренька до десяточки. Теперь у нас все ребята очень и очень такие мощные профессиональные рыбаки. Перед финальным загоном, который стоит 800 баксов, я предлагаю прокачать наших друзей до третьей звездочки, а именно до 15 уровня. По сути, у них должен поменяться скин, и да, видим то, что он теперь у них вот такой прикольный красненький. Тогда до конца прокачиваем наших друзей, видим то, что у нас остался буквально один паренек, и в итоге поздравляю. Теперь у нас все красненькие, мощные, крутые рыбаки. А если еще понажимать на конвейер, то видим то, что у нас очень и очень даже быстро прибавляются наши деньжатки. Смотрите, друзья, просто это капец, уже 400 баксов. Я хочу, друзья, накликать на 500, и в итоге у меня это вышло. Все, продали наше бабло, и видим то, что нам как раз таки хватает на последний наш финальный загон. Давайте тогда, конечно же, его покупать, и видим то, что тут мы ловим вот таких прикольных оцелотов, либо же моллюсков. Ну и в итоге все. По сути, друзья, мы абсолютно все вот эти загончики открыли. У нас куча рыбы. И вы просто посмотрите, друзья, она у нас даже вываливается через наш груз. И это выглядит реально очень и очень даже жестко. По сути, друзья, мы выжили все из этой карты. И следующая карта у нас стоит 200 баксов. Давайте мы ее откроем и посмотрим, что у нас здесь имеется. Воу, ничего себе. Парень, а кого ты здесь ловишь? Локация выглядит очень интересно, поэтому, друзья, если вы хотите продолжение этой игрушки, обязательно напишите об этом в комментарии, ну и, конечно же, наставьте кучу-кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!